Вот в этом, видео я также танцую. Ну-ка еще потанцуй. Ладно, сейчас буду делать эти бумажки. Доброе утро всем, друзья. О, да, чубулькой суп кипит. Поставила разогреться суп. Решили, короче, себе такой завтрак приготовить. Сами пофантазировать, как обычно. Как эти называются? Шарики. А, вот. Вершочки ты не трогаешь? Да. Шанги, короче, вот теща вчера стряпала. О, мам, порезали. Знаешь, как, это, как сказать? Зубах, это верхушки остался? Оставили. Ну, сейчас мы просто верхушки разогреем на гриле. Это опа, стоп. Это потому что голова моя. Так. Ты сам себе уже напридумывал. Голова же связана с нашими органами. Что ты себе придумываешь? Что... Mm-hmm. Немного разогреем. Вот так, да. Mm-hmm. Блин, тут толстый отрезан. А из этих будем делать бутики. Что, это все сделать, да, Эллинг? Мы все сидим? Ну да, я думаю, что да. Надо хорошо позавтракать, ну, потому что сейчас поедем баню доделывать. И это, обедать не будем, короче, сразу же домой на шашлык приедем. Денис пока жарить будет, а мы будем работать. Приедем часиков 8 вечера. Он что, капает? Где? Ничего не капает. Ты что, это? Гриль? Гриль. Я уже испугалась. Ой, прилипает. Нет, не так. Короче, перевернем их. Вот так. И прижмем. О. О. Сразу же зашкварчало. А из этих сделаем бутики. Так, вот они как раз все. Блин, нет, не парные. Ну ладно, это будет вот так. И что? И один маленький бутик получается. Обычно Даня занимается этим. Так. Я помню это, Ленка. Чего? В гости к твоей тете ездили, к Зине-то. У нее постоянно этот был. Сыр резать, специальная штучка-то. Ниточка в середине, ты еще помнишь? И так тоненько-тоненько они резали. Я даже помню, когда в это на права учился. Помнишь, да, Эллинг?
Мне было сколько лет? 23 года, по-моему. А, 23 или 24. Сколько мне было? 23? 24. Мне было 24 года. А мы жили в деревне, в Кремлевке, у тещи. Вот я ночевал, короче, у Зины, у тети, так сказать. И сразу же шел на работу оттуда, на трубный завод. И вот по утрам она вот так вот резала. Тоненько, тоненько. Так, что еще одно? А сколько недавно ей исполнилось его? Мы все сыр убираем. Однако. Сделай потише, а, пожалуйста. Мультики опять смотрят. А что еще добавляли в ленты? В бутики. Майонез, кетчуп, сыр, колбаса. А мазик есть? Нет, нет. Вчера же не убили. Режу, короче, все одним ножом. Вот таким. Хлебным, хлебобулочным. Блин, да, доска классная вот эта вообще. Сегодня опять с утра про нее спрашивали. Клеймо, короче, я заказал. Отдал, короче, как сказать. Одному парню, он в компьютерах шарит, чтобы он создал программу для ЧПУ станка. Короче, надо, чтобы сшить пальто, надо сходить к замерщику, чтобы замерщик сделал раскрой вот так. Потом с этим раскроем, с этой бумажкой, идешь к ЧПУ, к станку, и чтобы он занес все программные вот эти данные к себе в станок. Даже не так, нет. Идешь к наладчику, наладчик заносит эти все программные данные в компьютер, и уже станочник включает станок и поехали. Короче, к трем человекам мне нужно обратиться вот так. Так что процесс, так как сказать, это не маленький. Так что вот. О! Не, ну пусть еще постоит. Че, не на русском Томми Джерри уже, да? Пока он на русском-то был. Томми Джерри всегда на русском переводили, ты че? А ты чё, сушишь, что ли? Всё, вытаскивай тогда. А где верхушки? Я ничего не поняла. Вот они жарятся. А зачем ты их жаришь-то? Чтобы они вкуснее были. Ой. Чё? Сам, короче, вытаскивай. Прилипли, да? Ну, конечно. Чё, тогда колбаса и сыр, всё, больше ничего не делаю. Ну. Дай тарелочку. Щипчики. Блин, а большие щипчики с гриль занести домой. Слышишь?
жгут, убирай. Короче, вот, поджарилась как. Хорошенько. Так, ну все. Так. На это тоже выбросишь. Блин, опять с этой попалась. Ладно. Ой, это откуда перчик выпал? Он в цветке был. В цветке? А что он там делал? Вова туда его сделал. Да его надо сохранить надолго. Да. Зачем? Чтобы сделать это тебе подарок. А, подарок? Ну на, сохрани тогда. Чтобы потом это... Во, он перчик таскает. Чтобы потом это, сделать цветочек, где будут расти такие же перчики. А, вот какой молодец. Вот молодец. Не утопить, станет старым подарок. Что станет? Станет старым из-за... Я тебе подарок не утопить. Я стану старым? Перчик, блин. Ага. Нафига мы эту гриль-то с Йобурга привезли, да? Угу. Что-то нормально мы ее купили. За сколько? Тогда еще 1000 за 10, да? А? За 10 рублей? В Каменске, короче, таких не было еще. Это профессиональные. Есть вот такие, а есть большие. Я вот маленькую взял. Для шаурмы. Что, заедем машинку, сдадим сразу или что? Ну, конечно. Мам, вот эти вот бумажки, которые сделали мы, они так быстро попали. Какие? Да? Ну, помнишь, бабушка дала бумагу? Быстро попали. Это из-за того, что это... Попал из-за того, что это. Из-за чего? Потому что я рисовал. Ну, конечно. Это столько сказок себе рисовал. Да не только сказок, картины там. Ну, сыр плавится. Является.
Что, может масло полить туда, нет? Нет, себе полей, нам не надо масла. На, вот это выбрось тоже. Отдельную тарелку сделаешь. А? Отдельную. А что, так, поз... после еды. После еды. Витамины после еды надо есть, да. Я не знал. Мама, вот эта зеленая штука есть витамины? Всем доброго утра. Привет. 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 Получил? С добрым утром, Вовочка. Тыщ тебе. Тыщ тебе. Кстати, вот куда я столовую, ты тоже слышишь? Ну. Вчера какой-то мужик пришел, и это с ребенком, короче. И че? Обедали, но я так подумал, вот, да. Левую что? А? Левую что? Левый его. Угу. Слышишь, ничего не сгорело? Угу. Я тебе говорю, у тебя горит, наверное, уже. В Томми Джерри засмотрелся. О! О! Такой горяченький, хрустящий. Хрустящий. О, сыр прям вообще так расплавился. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Вовка, Вартовка. Чего? Давай пить чай. Почему взял свою книгу с Алгиной? Почему? Ты как я рисовал сейчас? Ты тут тоже это выпей. Вот, короче, как я рисовал. Вот гномик, вот лунтик. Вот такой лунтик. Гномик-то нормальный. Да, вот гномик, вот лунтик. Ну и вот еще одна картина.
Сейчас кофейку бахну и норм. Вот вот такая вот еще картина есть из игры одной. Картина Репина. Картина Вовочки, да? Не ждали. Расчесаться, что ли, или не стоит? Да не надо, зачем? Я тоже так думаю. Че, давай супчик-то поедим. Ешь, что тебе не даю, что ли? Тарелку давай. Крылку. Крылку. Крылку давай. За крылку. Угу. Давай в черную крылку. Там нету каких-то. Тебе придется суп весь доесть. Или нет? А что, в тарелку влезет весь? Нет. Папа, а? Тебе еще не только это надо сделать. Вот это еще надо сделать. Ладно, собаки, да. У нас хлеб-то есть? А, там ну, два кусочка есть. Вот забери. Папа. Шоколадка ждала меня с самого утра. Тебе вот это еще надо сделать еще. Да, да. Ой, простите. Ой, спасибо. Спасибо, Вовочка. Прости большой. И здорово. Спасибо. Это что? Что? Вовчик, а мазик что, где? Этот, сметана. В холодильнике, где еще ты выглядываешь? Мармеладки. Имбирь скушать. Мам, у меня чай с имбирем. Ну почему? С чего ты взял-то? Не знаю. Просто вкусно пахнет. Тебя все равно не видно. Маляшка. Вон, Вовечка, бери бутик, кушай. Маляшка моя. Какую бутику брать? Вот. Вот это убрать, вообще выбросить ее. Выбросить? Да. Почему выбросить? Ну так они уже высохли. Ну такие их и так ем. Ну бабушка их и так засохшими привезла. Да? Да. Привезла и... засохшими? Ну я их так и ел. Давай все пейте. Чего у вас останется, да? Да. На, Вовка, бутик возьми. Это что с чем? С малиной. С чем? Малиновая лада. Малиновая лада. Малиновый закат. О, вот Вовка знает все песни. Да, вот. Повезу тебя домой. Дай пошути. Какие шутки могут быть? Давай лимончик тоже полей туда, Вова, себе. О, хорошая идея. Для лимона купить. Угу. Я его излизал. Излизал? Угу. Ты кукусик, что ли? Ты так много-то зачем льешь-то? Да случайно. Вовка, давай этот бутерброд. Бутер в рот давай. Он горячий. Нормально. Нормально. Не, реально нормально. Да он горячий. Это из чего? Из шани уже. Да? Бутики и шарусики, да? Угу. Клево, да? Наполовину шанки, наполовину бутики? Да. Прикольно. Шанька-бут. Шанька-бут. Или будь-будь, как там? Бутерга, бутерга. Бутерга. Что тебе нравится, выбирай. Шанька-бут или бутерга? Или шань-бут или бутерга? Шанька-бут. Горячий? Угу.
Да, ну... Подожди. О, новая тарелка. Ну, так посуду новую вытащи, видишь? Наконец-то. Они даже это отличаются, смотри, это блестит, да? Так мы и брали матовую же. А, вы матовую брали? Конечно. Ага. Блестящую твою мама брала. Помнишь? А, угу, угу. Интересно, у нее живая посуда, нет? Mm-mm. Нет? Где она? Ну, я откуда знаю, мы с тобой приезжали последний раз, это не было уж ничего. Интересный мультик. Том и Джерри. Вообще классный. Можно смотреть сколько угодно. Угу. Я его смотрю уже лет, наверное, 30. А сколько ты есть, столько и смотришь? Угу. В смысле? С рождения, что ли? Угу. Из какого года? 85-й, да? Угу. А, нет, тогда не было. Нифига, ты тоже Советский Союз, да? Другая серия, а нет. Они все смешаны, да, в кучу? Ну, а вот это нет. Одна не заканчивается, вторая начинается. Что за хер, что за микс? Из-за не так интересно. Mm. Сахар что, не ложила же? А, вот почему немного такого солёного. Ты мне не ложила, да? Никому не ложила. Забыла? Забыла. Офигеть. А лимоны надо еще добавить? Нет, нет, все. Да, лимон куплю, сегодня будешь его лизать весь вечер, понял? Задание тебе на вечер. Ладно, весь вечер буду лизать? Лизать лимон. Задание выполнено. Сейчас, мам, у нас монтаже вообще почти что нет. Есть только монтаже это... Добавить какое-то видео, да, там, срезать что-то. Конечно, может, что так. Бюджетненько все. Монтажей нет. Вот, например, вот и сейчас будет апельсин. Его нету. Да. Сделайте нам лимон сюда огромный, да? Угу. Вот ты бы, Вовка, научился делать монтаж? Ну, монтажей не умею делать. Ну, ты учись. Будешь потом делать видяхи классные. Угу. Ну, с фотками я фотошопить умею хорошо. Да? Ну, да. Нифига себе. Вот уже начало есть. Вова будет самый клевый блогер, когда вырастет, да? Видео, фото, монтаж будет, да? Вовка ведь, ой, Вовка, Данька ведь тоже в фотошопе, да? Помнишь тебя? Он с кошкой лицами поменял. С нюхой. Получается, нюхой держит Вовку в руках под мышкой. Да. Когда я был еще слишком маленький, и это, и случайно рассыпал красивый корм, да? Красивый меня хотела вышвырнуть. Да? Прям хотела тебя вышвырнуть? Да. Прям тебя лапка схватила за шкирку, да? Вот так вот под мышку и кинула. Mm-hmm. Сейчас будем хрустеть. Не хватает майонеза с кетчупом. Суховато. Сухие, да? Угу. Нет! Угу. Нет! А что тебе не нравится? Фиксики. Я Том и Джерри хотел. Ну иди включай. Да пусть. Угу. Пусть будет. Да, мозика надо. Чуть не помогает. Холодненького чуть надо. Давай, ешь уже, остыл, Вова. Но все равно вкусно. Угу. Это похоже, знаешь, на что? Мы же заказываем иногда этот донер-кебаб. Ну. Только не хватает помидорки. Ну, вот этой всей сочности.
И там мясо еще кладется. Надо будет поделать. Поделать. Хочу, чтобы этот маленький съесть. А где второй маленький? Вот он один был. Да, что такой маленький? А, ты его пополам напугал? Мам, а в эти ведь пироги можно было сгущенку добавить. Какие? Ну, которые мы съели по чесноку. Вот они. Так там есть сгущенка? Да. Ешь сейчас сгущенку, кто тебе не дает? Сверху капни. Нет, ну сейчас ешь бутик, пока он теплый. А когда горячий станет? Он не станет горячим. А он не станет горячим? Даже если его разогреть? Да, даже если его разогреть, он не будет никогда горячим. Вот под шкурку пытается залезть, а? Угу. Знаю ведь я. Вместо его. Папы заменяет его. Что-то с настроением. Что у тебя с настроением? Ничего. Нет, Томаса. Это что, Турция, что ли? А нет, Сербия. Заправка. Что, сразу не поняли? На заправке они. Кто? Где фиксики эти? Такой состав нормальный. Молоко, молоко пастеризовано, сливки пастеризовано, соль, закваски, термофильмы, молочных микроорганизмов. Все вообще нормально. Это мы знаете, где взяли? В этом маяке. И это... что, срок годности какой? Нормально. Угу. Ну, скажи, что нормально. Мама. Полгода. Полгода? При таком натуральном составе. А как полгода. Ты поняла? А как ты поняла полгода? Ну, вот здесь написано же. 19.08 это дата изготовления. 15.02 срок годности заканчивается. А. Что значит, скоро испортится? Через 4 месяца. Так мы же съедим его. Ну так да. За эти 4 месяца. Через 4 года здесь будет город-сад. Через 4 года здесь будет город-сад. Чей стих? Ты не ешь, Шанги. Не знаю. Да я уже наелся так-то. Утром там мало лезет. Вечером буду вообще. Да зря ты их вообще вот высушил, все да? Просто засушил. Мне вот именно нравится, когда тут сметанка такая, это... Ну, ладно. Мокренькая. Вовчик, ты будешь? Ну, вот это банк. Я сидел и ждал. А? Бонус будешь маленький. Банк? Нет. Оп. Две штуки, да? Да. Не будешь, не точно? Будешь, угу. Почему? Он не любит кокосовые. Я нет. Тоже мелкий был, не любил. Я вырос, ты, полюбил. Ты говорил, ты что раньше все любил. Не, я потом разлюбил его. Когда был маленький, я сначала мне он нравился, потому что я просто есть хотел. А потом, когда более-менее схавкой стало, я это, ну, сырая картошка его называл. Да, я прекрасно помню. 91-й год Баунти. Офигеть. Отец у меня поставил киоск. Завез туда первые вообще сникерсы. Это был 91-й год. Ешь давай. Блин, или 92-й. Завез вот туда Баунти, короче, сникерсы, кола первая приехала. Сама приехала за рулем. Да. Ну и вот эти взрослые напитки там, это, Давыдов, Немиров, Смирнов, литровые вот эти пузыри. Нагоняют эти бутылки. Как они вообще разлетались, даже, помню. А, рояли. Рояли, да, как я помню, даже грабили.
такого. Из-за этой молоко. Водки грабили, даже просто выносили водку, вот этот рояль. И больше ничего. Ну, там 2-3 ящика этого. Кто там? Тушенки. Понятно. Нифига, с 91-го года сколько? 21 год прошел, да? 31 год. Офигеть. Какие цифры, я говорю. Рассказываю, что было 30 лет назад. М? Ты можешь в это поверить? М? Я вчера, кстати, сидел, наблюдал, после работы пришел за вами. Можно расскажу? И что? Сидел за вами, наблюдал. Та девчонка, ну ей примерно лет 20, да? Куда я знаю? Ну, примерно так, лет 20. И ты, тетя. Угу. Ты просто вот спокойно шикнешь. Ш-ш-ш. И она шуршит. Ты опять. И она шуршит. Кофе пей, чай пей. О, мам. Я так подумал, нифига мы взрослые стали, офигеть. Малолетки нас, блин, уже не то что боятся, а уважают, потому что мы взрослые. Да? Это я... Про себя-то я уже давно это заметил. Про тебя вообще, ну, вчера просто убедился, увидел это. Думаю, нифига, у меня жена взрослая стала. Ножки давай уберите, неудобно так. Неудобно? Неудобно, я так решила. Кстати, сегодня нифига мне сон приснился. И будильник меня разбудил в 7:30. Ты весь в пуху. Да. Прикинь, война снилась. Да, она мне постоянно снится. Я вот реально война снилась. Как будто я, короче, получилось так, что на моей территории, вот на моей территории здесь, я прячу семью, и мне пришлось взять в руки автомат. Вот именно так и было. И все, я начал, короче, бомбить. Ну, потом я, это, линия фронта ко мне приближается, и мне пришлось, вот, я помню, взял гранатомет, короче, и по ним вот уже начал, на плечо положил и... На колено херачить начал. У меня, короче, в подвале моя семья сидит. Я знаю, что если они придут, это пипец будет. Это мою семью могут, короче, уничтожить. Я вышел на улицу и давай бомбить вообще все. Калаш в руки взял. 8 часов просыпаюсь. И, блин, все как будто по-настоящему, прикинь. Я войну боюсь больше всего мародеров. Мародеров, да. Вот это самое страшное. Угу. Даже не враг, а мародеры. Вот эти вот всякие уроды будут ходить. А мародеры есть что в нашей стороне, что со стороны противника, с двух сторон. Да ладно, со стороны противника еще как-то можно понять. А со своей стороны-то их много же будет. Да. Особенно, когда пойдет битва за еду, за жратву. Просто будут убивать. Я даже знаю, кто вот по нашей улице будет мародерничать больше всех. Ты? Ну это понятно, это понятно. Не, с нашей улицы. Не, но. Кто после тебя? Не, мой конкурент, я знаю, кто будет. Ну кто? Этот, что ли? Да ну. Думаешь, нет? Нет, конечно. Мне кажется, это вообще такая крыса. Он ее же крыса. Мышь. Он из-под тишка будет, да? Ну это возможно, да. Из-под тишка будет. Просто со спины вот так вот. Я из-за угла выглядывая вот так вот. Чай ты не попил. А, точно. Момой. Момой. Какие-то момои. Это понятно. Это ладно. Я с какого фильма это? Не знаю. Это можно. Вспомни. Да я не знаю.
А в той стране, когда он это, бабушке печь наладил, и это, давай хоть садись покушай. Да не, что ты, Афросинья, мне уж на работку бежать. Ну, давай я тебе тогда 100 грамм самогончика налью. Он такой, это можно. И садится за стол. И потом показывает это, следующий сюжет. Она бежит в скорую, а бежит к председателю. А, включить. У него гастрит, да, язва. Да, открылась язва у него. Голодный вечно, ну. Он даже не поел и самогона, бах. Так его же надо, не кормила. Но била его все время. Офигеть, да? Я вчера, короче, это, ну, на работе, ко мне все время один мужичешка подходит. Ему он 60 какого-то года. Не помню, 63-го, что ли. Я наелся. 63-го года, по-моему. Слышишь? Дети витаминку, да. И он постоянно, я не знаю, зачем он мне рассказывает, или свободные уши нашел, вот именно ко мне. Скажи, папа. Свободные уши нашел, мне, блин, некогда, он мне рассказывает. Но я стараюсь его выслушать. Да? Как-то все равно взрослый мужик, как-то неудобно ему сказать, иди отсюда, не мешай, да, ладно, давай, Анатолий. У него, короче, он с женой прожил 43 года. Представляешь, Эленка? 43 года с женой прожил, она, короче, умерла от рака. Позавчера, или дня 4 назад, было 3 года, как ее, короче, не стало. И 2 года он живет, короче, он не живет, а мучается с какой-то женщиной здесь, на Шанхае, я тебе рассказывал. Ты не рассказывал, что он мучается? Ну, я вот буквально неделю назад. Нет, он мне рассказывает. А что он с ней живет, раз мучает? Вот, я ему говорю, это как-то мне неудобно было сначала сказать, что зачем ты тогда живешь. Я, блин, ну просто как слушаю его, неудобно говорить ему. И это, он позавчера, это, дня, в пятницу он от нее ушел, в прошлую пятницу. Утром, представляешь, у него своя квартира, своя машина. Утром едет на работу, подъезжает к ее дому, к воротам, постоит, покурит и едет на работу, представляешь? Он говорит, ну, не могу я, сердце, говорит, тянет, а она, говорит, змея. А у нее такой тяжелый характер, и даже внуки у нее, говорит, спросили, баба, баба, а это что за, а дедушка тебе кем приходится? Он как бы он растаял, он думал, что она скажет, ну, там это ваш дедушка. Он так думал, ожидал. Она взяла ему, брякнула, короче, это, говорит, наш работник. Да? Угу. Он, короче, зарплату, пенсию, там, свой дом, все вбухивает. Курятник, короче, сделал, завел кур. Во дворе это, что-то, какую-то яму он мне сказал, там, это, типа, какая-то яма была, он грейдер вызвал. Все заровнял, это, всю траву подстриг, забор сделал, короче. Ну, за 2 года, говорит, поднял вообще нормально дом. Вообще нормально. И вот, как он, говорит, это, бабушки, точнее, внуки спросили. И она внукам ответила так. Она, говорит, мне как по рукам стукнула. Год назад, говорит, это было. И до сих пор я с ней живу. Это не будет жить. Вот, меня не будет, тоже будешь чем-нибудь работать. Ты что, гонишь, что ли? Ну, с чего будешь это? Будешь на кого-нибудь пахать, как не, папа Карл. Ну, конечно. Тем более, это, во-первых, я первый. Я тебе все приготовлю. Все, вот так вот ключ тебе отдам. Пачку денег. Где эта пачка денег? Я ее не вижу. Вообще огромную пачку денег. Или карточки. Мам, карточки. Возьму карточки. Пистолет и застрелюсь сразу же. Подарок. Подарок тебе такой. Живи, кайфуй. Ну ладно, но поехали. Ну если так, то ладно, ладно. Поехали. Да, да чего вы со всех сторон, блин? О, вот. Будешь есть, пить. Качать. А качать сегодня можно запущу? Только под присмотром. Чтобы они по столу не лазили. Да ладно, по столу. Что еще бывает? Я тебе не рассказала вчера, что было. Это вообще жесть. Я такую жесть первый раз увидела. Да лучше не рассказывай. Да. Иначе ты ее убьешь.
Короче, она по-любому это, к смерти уже сама подводится. Ну ладно, что? Так, а что у вас хлеба-то вообще что ли нет? Ну один кусочек остался, и все вроде. Нет? Нет, на собаке надо. Ага. Мам, телефон не забудь свой. Да конечно, ты что, малыш? Как я без телефона? У меня там работа. Ну ладно, все, давай всем скажи пока-пока. Всем пока-пока. Пока. Всем хорошего. Всех с праздником. Кстати, сегодня же праздник, да, День народного единства. Да. Давай еще станцуем напоследок. Вот, всех с праздником. Видите, как мы празднуем с утра пораньше. Шумбу я. Шумбу? Что это было? Шумбу. Ну-ка, переведи. Шумбу я, Вова. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Шумбу. Куда? Куда? А, вот сюда.